Здравствуйте, меня зовут Лера, я учусь на первом курсе технико-логистика в колледже Яна Павла II в Войниче. С поступлением мне помогла компания Евростади, они полностью занялись моими документами, они помогли мне выбрать профессию и колледж, в котором я хочу учиться. На мне оставалась только страховка и виза, ну и, естественно, изучение польского языка. Также где-то за 2 месяца до отъезда Евростади нам провели тест на знание польского языка и рассказали, кому на что нужно обратить внимание, чтобы в дальнейшем нам было проще. Еще Евростади первый год сопровождает нас во всех поездках в Польшу и в Украину. И при малейших каких-то проблемах, недопониманиях они приезжали к нам и все улаживали. Сейчас из-за ситуации в мире я нахожусь в Украине, но это никак не повлияло на мое обучение. У меня проводятся онлайн-уроки, я делаю разные домашние задания и получаю за это оценки. Я хочу сказать Евростади большое спасибо за помощь при поступлении. Если вы хотите поступать, но боитесь, что будете там одиноки, у вас не будет друзей, это все не так. Лично для меня Евростади стала как второй семьей, и те люди, с которыми я там познакомилась, сейчас очень многое значат для меня.